Вот такая штука у нас. Жаркое. Запах, конечно, вообще вообще несъедобный. Даже банка не открывается. Не вижу. Вот такая вещь. Блин, даже пробовать страшно. Вон рис какой-то. Ну попробуй. Там нет это... рис. Я даже не могу это пробовать. Да нормально. Да какой нормальный, ты че? Друзья, товарищи, всем привет. С вами Димас, оператор Антон тоже с нами. Прекрасная погода. Мы продолжаем весенне-летний обзор у нас консервации, купленные и приобретенные нами в разных магазинах и не только, и на сайтах. И сегодня ценовая категория будет до 100 рублей, 50-100. Как бы есть одна позиция, которая чуть дороже стоит. Сейчас вам расскажу вкратце, что как выглядит. Сегодня у нас будет такая свининка 525, 50 рублей. Вот такой холодец свиной 525, 79, да, оператор подсказывает. Фирма вот эта, я с ней знаком, никогда не покупайте ее. Старкова, вот просто вот увидели какую продукцию Старкова, не берите, сразу говорю, будут пробовать. Мясо пленку, собственно, стаку надо брать. Тоже кошмар, наверное. Ну, будем пробовать. Бургер. Бургер Русском компании тоже. Интересно. Мясо кур Кузнецов. 525 грамм. Цена тоже где-то, не знаю, рублей 50. Иваси. Иваси люблю, но не знаю, люблю ли я это Иваси. Посейдон. Русском. Утка тушеная. Очень интересно. Будет, мне кажется, захватывающе просто. Килька черноморская, не разделана, в томатном соусе. Крым наш. Жаркое по-домашнему, ГОСТ, тоже интересно, посмотрим. Баночка красивая. И вот еще одна Старкова, это Старкова фирма. Гуляш по-домашнему из свиных сердец. Тоже интересная вещь. Ну все, будем сейчас распаковывать. Лыткаринск, МПЗ, Московская область. Всем привет из Лыткарина. И 290 грамм. Много белка, ГОСТ. Состав мяса индейки на кости. Вода, морковь, ну и все сопутствующее это. Будем сейчас пробовать. Открывать. Что за жаркое у нас? Такое вот жаркое. Такой запах сразу так, не очень приятный. Ну как, может, резкий. Жирный такой запах. Запах жира. Ну, такой есть немножко. Что-то есть вкус на жира. Смотрите, сколько много он потаял. Будем сейчас вываливать сразу и смотреть. Вот такая штука у нас. Жаркое. Морковка присутствует. Вот такое вкрапление тут жил. Ну, на вид, в принципе, не очень съедобное. О, ну кость тоже есть тоже. Достаточно твердая. Как говорят, непрезентабельно выглядит. Я бы не стал есть. Так, попробуем белое мясо. Не соленое. В принципе, съедобно. Можно съесть. Но как бы чуть отратно. Ну, можно с голодухи съесть. Первая баночка всегда она такая нормальная. Вот десятая будет не очень. Так что оператор тоже попробует на вкус. Ну, в принципе, ничего съедобного, только не соленое. Как бы, а так, на природе с гречкой зайдет. Попробуй давай побольше кусочек. Вот. Ну, можно, в принципе, взять. Кости присутствуют. Ну, как бы видно, что мясо, ну, натуральное мясо, вот все мясо. Так что, как бы, все без обмана. Сои нет никакой. В принципе, хорошая продукция. Перейдем дальше. Тоже мясо кур у нас будет. Вот, мясо кур. Ну, тут написано, части тушек кур, вода питьевая, клетчатка растительная. Ну, понятно. Тут, наверное, больше сои будет. Тоже с костью. Срок годности 2,5 года. Балтик Трейд. Universal. Балтик Трейд, город Калининград. Ну, вскрываем. Банка старая. Забыл сказать, предыдущая тоже была банка старая. Чуть запылилось у нас, но не страшно. 125 грамм отличного тушек куриных. Сейчас посмотрим.
И вроде в холодильнике все стояло, а уже потаяло. Вот такое мясо кур. Куча бульона. Ну ладно, смотрите. Просто куча бульона. Целая тарелочка получилась бульона. И вот куски такие вот вообще несъедобные. Лук присутствует тут. Все перемолено. Фарш какой-то. Даже пробовать страшно, если честно. Ну попробую. Фу, невкусное вообще. Перемолотый фарш сои присутствует. Ну и вот кости какие-то там добавили для вида, что это действительно курица. Опять же, не соленая. И очень прям невкусно. Не советую мясо кур вот эти, блядь, хотя 21 год этому предприятию. Какие-то даже медали получали. Но... ну, не вообще никак. Будешь пробовать? Но я не советую. Нет, несъедобный. Оператор тоже. Он обычно любит такую херь. Но в этот раз что-то отказывается. Не знаю, как кошки оценят это. Ну, прям страшно давать. Даже кошкам. Вообще несъедобная вещь. Вот это увидите, не покупайте. 50 рублей. Курица, что-то мы пока приостановили съемки. Что-то не поперло вот это. Решили на рыбку переключиться. Килька в томатном соусе крымская. Фортуна Крым. Мне кажется, у нас что-то какая-то продукция была такая, да, Фортуна Крым. Да, вкус не помню уже еще как, но не знаю. Тоже цена, город Симферополь, цена где-то в пределах 50 рублей. 27 рублей, оператор подсказывает, 27 рублей. Ну, такое все тут уже, такое все болтается. Старая крышка, естественно, кто за 27 новую сделает. Откроем сейчас, посмотрим. Томатом, но томата особо не видно. Обычно прям томатчик вылазит. Здесь не очень. О, смотрите, какой цвет вообще никакущий, бледный какой-то. Не очень мне нравится цвет уже. Ну, кильчик присутствует. Запах, конечно, вообще, вообще несъедобный. Выварим еще, посмотрим. Смотрите. Смотрите на это чудо. Вообще мука. Сплошная мука, тут даже нету томата. Написано в томатном соусе. Но тут нету даже ничего. Килька присутствует. Ну просто испортили продукты. Головы есть. Ну как бы стандартный все вариант. Просто и продукцию испортили, мне кажется. Не знаю, кто такой покупает, ест. Ну вообще не съедобно, ребят. Я извиняюсь. Это вообще... и вот просто обидно, вот люди покупают, тратят небольшие деньги, там 27 рублей, да? Но сколько затрачено продукции, вот там состав почитать, если им надо верить. Килька черноморская, неразделанная вода, томатная паста. Где она здесь, я не знаю. Может, у них томатная паста бледная такая. Сахар-песок, масло подсолнечное, мука пшеничная. Вот она здесь есть, мука. Лук, соль поваренная, уксусная кислота, специи куча. Все потрачено зазря. Год хранения все. Да, ну, мне кажется, день не будет храниться. Фу, отрава. Будешь пробовать? Оператор даже отказывается. Обычно не пробует. Но это вообще кошмар. Не советую брать. Ну, я не знаю, люди с херней занимаются такой продукцией. Даже отвратительно, что она стоит рядом. Вот люди купаются, я не знаю, что они сейчас скажут. Тут воняет так. Кошмар. Стыдно. Очень печально, вот это расстраивает. Хочется вкусные вещи, но не получается вкусные вещи. Опять цыпленок, перейдем. Цыпленка у нас. Мясо цыпленка в сытном соку. Мясо цыпленка в сытном соку. ТУ. Мясо цыпленка на кости. Сегодня у нас костный день такой, прям все с костями. И куча ешек. Как бы все свежее, не просроченное. Попробуем сейчас. Запах прям очень похож вот на первое, что мы пробовали, открывали, но вид док совсем, смотрите, другой. Такой желейный, да, смотрите. Ну, мясо там, вот, смотрите, присутствует. Я говорю, все потаяло, жарко очень. Вот, такое все желейное. Полбаночки мяса. Где-то. Смотрите, какое мясо. Холодец такой. У нас еще есть холодец в обзоре.
такой вот кусочек. Вот, шикарный. Не соленые, и противный жир. Вот. В первой банке было вкуснее намного. Реально вкуснее. Я, кажется, заблюю потом эту всю сторону. Вот эту. Тут надо ходить аккуратно. И на вкус. Оператор тоже не зашло, он валяется, он тошнит его от этой курицы. Сколько она стоит? Рублей 30? 20. 27 даже рублей стоит. Ну, вообще, ребята, несъедобные. Несъедобная штука, не покупайте. Ну, отрава. Если хотите отравиться, то покупайте. Ваше право. Опять же, да, вот сколько продукции. Небольшая баночка, там 120 грамм, 180, ну, вы испортите опять все. Давайте рыбу. Попробуем еще. Вторая позиция у нас рыба здесь. Иваси, Посейдон. Тихоокеанская. И Приморский край, город Находка. Упаковочка старая. Отзывы не очень хорошие были. Тоже рублей 50 стоит, да? 46. 46, ну 50 рублей. Вскрываем, пробуем, что у нас. Для продукции. Такая вот иваси. Ну, на вид такая интересная. Красивый жирок, бульона много. Очень много бульона. Очень много бульона. Ну или подтаяло все у нас. И вот столько ивасишечек-то там находится. Такая вот ивасишечка. Такие тушки разные. Ну как бы на запах вообще не очень. Черви вроде не плавают. Что будем пробовать? Я не знаю, что им соли жалко, что ли, добавить, или что-то вкус какой-то, блин, вроде должно 36 месяцев храниться. Все есть состав сардин тихоокеанца и васи, даже по латыни написали, блин, сардинопс. Меланоститус. Соль есть, все есть. Но нету вкуса, как у безвкусица какая-то, блин, с бульоном даже. Это вообще. Ну, какого не покупайте такие вещи просто. Ну то есть чушь, ерунда. Вообще несъедобный. Нет никакого вкуса, запаха. Ну вот есть, присутствует, но он невкусный. Невкусный какой-то. Просто вот до этого делали обзор на рыбу. Чем отличается там Находка, и это где-то в том же регионе все. Руками там, кто и делает. Но это невкусная еда, ребята, не покупайте. Вообще несъедобные иваси. Я обычно иваси люблю, мне нравится. Но не такое. Это вообще гадость. Давай стопы. Улитка. Улиточка маленькая. Отпустили. Надеюсь, она была не в банке консервной. Вот такая вот у нас интересная свинина. Особая. Мясо консервов. Такая свинина. 525 грамм. Первая позиция. Мясо механической обвалки куриное. Свинина. Мясо механической обвалки куриное. Шкурка свиная. Шкурка свиная. Потом уже идет мясо свинины. Так. Вода, клетчатка и все остальное. Тут большой очень список. Галочка трейд. Свинка такая тут довольная, что ее, что ее не зарубили, а курицу зарубили. Банк старая. Не знаю сколько. 100 рублей, да? Это 56. 56. О, звуки пошли интересные. Даже банка не открывается. Вот такая вещь там плавает. Какашка. Какашка. Какая-то какашка плавает. Смотрите, я сейчас воду буду сливать вот так. Вот так вот. А то не поместится у нас. Наше блюдо. Страшная какашка вылазит. Смотрите, фарш какой. Ой, блядь, на меня капнул. Смотрите, ну похоже вот была уже такая у нас продукция. Как раз, наверное, из одной
фирмы, да. Балтика Трейд. Да-да-да. Такое мясо. От одного запаха плохо уже. Я даже пробовать страшно. Вон рис какой-то. Ну попробуй. Там вот нет это... риса, может опарыш? Ну опарыш, может. Ну ладно, это белок. Будем пробовать, растительный. Съедобный. Ну вот, у нас дальше продолжаем, немножко отдышались после свинины. Еще холодец свиной такой. Моя любимая фирма Старкова. Ужасная тоже. Будем пробовать. Современная крышка здесь. Попроще уже будем пользоваться неудобной открывашкой. Такая вот штука здесь присутствует. Запах пошел сразу. Такой холодечный. Понюхай. Я даже не могу это пробовать. Да нормально. Да какой нормальный, ты еще и только лицом пахнет таким вообще. Желейки много. Это же холодец. Ну да. Смотрите, одно желе. Ну, в принципе, нормально до холодца, да. Лаврушка вот какая большая есть. Огромная лаврушка. На всех. Фу, запах мне не нравится. Старый свиней какой-то вообще. Свиноматки такой старый прям вообще. Кошмар. Опять пробовать надо. Будем пробовать, да. Есть не буду, но не, ну, не противно, но не буду пробовать даже. Глотать имею в виду. Не противная, как вот предыдущая. Не соленая тоже, но не противная. Я уже просто есть не могу. Не знаю, стол буду советовать вам покупать, нет, но как бы вторая позиция из всех, вот, которые мы уже тут попробовали. Вторая, которая не противная, но какой, ну запах мне не нравится, очень воняет чем-то, вот старой свиньей не очень мне нравится такой. Обычно свинину я люблю, вот, но такую вот старую не очень. Желешек присутствует, желатин добавили, все есть, еще не потаял даже. Там чем лучше домашнего холодца ничего нет, чем вот покупной. Первый раз я пробую, мне кажется, холодец консервированный. И, ну, ерунда. Ну, как бы не противный, но ерунда, я не стал бы покупать. Такой большие вот такие банки вообще я опасаюсь, вот эти полкилошные, они очень-очень прямо кошмарные. Вот, но вторая позиция из сегодняшнего обзора, которая не противная, действительно. Не, запах только единственный, вот с этой старой свиньи присутствует, а так все нормально. Так, добрый выбор. Или Лехе оставить, может, пойдет, сейчас попробует. Будет с собой на раскопки брать. Я могу прям вот это отдать сейчас. Скажу, Лех, тебе вот это. Мы оставили заготовочку. Бери с собой на раскопки. У нас вот бургер. Бургер Русском. ГОСТ рубленый. 250 грамм. Мясо индейки. Вода, морковь, свежий пищевой чеснок. Загустители. Все пошло, пошло, пошло. Дальше всякие специи. Русском. Это у нас лоткариновская МПЗ. Как бы это третья позиция у нас сегодня лоткарина. Ну, как бы две, там было 1-1, первая позиция хорошая, потом была вообще отвратительная, я не помню, что там уже было, мясо индейки, что ли, тоже. Так что опасно, мясо индейки. Ну, ключ современный, ну, вот это, нет, не одна из, ну, почти самая дорогая позиция, 112 рублей. Здесь меня уже обрызгал этот бургер, блин. Вот такой вот бургерочек, ну на вид интересный такой, симпатичный. Наверное, самая позиция, которая неотратная на вид. Подкопчененькое мясо тут такое присутствует. Сейчас мы вылим, посмотрим. Оттаяло все. Не разломить было.
Вот такая котлетуля с жирком, с достаточно хорошим. Вот, на запах. Ну вообще вот без запаха. Ну вот там индейка написана, какой-то индейкой пахнет. Ну на вид интересно, вот прям видно, что морковка присутствует, прям в бургере откуда морковка. Вот, ну пробуем. Ну, хоть не воняет, не противно, вот можно есть как-то. Мясо индейки, ну тут красное присутствует, ноги, наверное. В принципе, тоже ничего, съедобная штука такая, достаточно. Ешь не противно. Будешь пробовать это? Самая лучшая позиция сейчас на данный момент. Попробовали мы, даже первая не такая вкусная. И запах не противный, и жир такой вот, знаете, такой вот куриный даже. Вот его растираешь, присутствует такой. Хорошая позиция, это сколько рублей? 100-112 стоит. 112 рублей. На вид очень презентабельно, морковка присутствует. Ну, прикольная штука. И как бы, как видели, имеет форму именно бургера, котлеты такой. Советую покупать. Недешево стоит, 112 рублей. Но с гречкой вообще на природе зайдет изумительно, мне кажется. Да и также вот как бургер съесть ее, большую котлету такую, либо разрезать. Хорошая позиция. Интересно. Посмотрим еще вот эту самую дорогую позицию у нас. Тоже Руском. Лоткаринский МПЗ, 325 грамм, много белка, ГОСТ. Это четвертая позиция у нас сегодня такая, из этой, с этого города подмосковного. Утка тушеная, а мясо утки на кости. Тут сегодня у нас тоже много с костью присутствует. Каждая банка почти консервов вскрываем. Также она, в принципе, брызгается как бургер, но достаточно не так сильно. Запах утки прям такой есть, да. Кто утку знает, прямо жир такой вот. Старые утки какой-то. Машин, да, утка. Вот, куча бульона присутствует, ну, и много мяса достаточно, смотрите. Кусочки даже, смотрите, с жирком. Кости присутствуют. Мясо красное, хорошее, такое утиное. Смотрите, прям очень даже интересно выглядит. Запах не противный, да. Сегодня вот, наверное, вот Руском единственная позиция была невкусная из четырех, а вот эти как бы на вид очень интересно. На вкус вообще хорошая. Хорошая, это дорогая банка, 150 рублей стоит. Покупали ее на сайте, на Озоне, да. Вот. Прекрасно. Минимум соли, но здесь вот что мне нравится, присутствует вот косточка, жир, прям вот целиковая вот шкурка. Вот она присутствует. Смотрите. Кости. И не так сильно все перемолотые. Кости хрупкие достаточно. Все в таклаве хорошо сварилось. Нежные кости, но при этом не рассыпчатые, не фарш, как вот вы до этого видели. Очень прикольная. Оператор, да, попробуй, очень вкусно. Вот этот кусочек вообще божественный. Вот это очень вкусно. Очень хорошая позиция. Как бы до этого было рубленное мясо. Тоже компания Руском, Лыткарина. Здесь целиковые. И очень-очень красиво все выглядит. Даже, можно сказать, аппетитно. 150 рублей за это отдать не жалко. Так как утка дорогая. Тем более в собственном соку, без всяких добавлений. Очень хорошая позиция. Съедобная. И заключительная. Сегодня у нас баночка 10-я. Моя любимая фирма, вот опять же, Старкова. Гуляш по-домашнему. Состав: вода питьевая, субпродукты, свиные, сердце. Сердце написано. Сердце. 3 года хранения, 325 грамм. Ну так, картинка красивая. Крышка современная. Сейчас попробуем. Откроем, что у нас. Бульончик потек. Вот такой, пока один бульон видно. Посмотрим, что у нас тут в этой баночке. Ну, на вид неплохо, как бы не противно. Запах тоже такой. Ну, вот оператор, говорит, покупал, говорит, было намного хуже у него в банке. На Дзене есть у нас обзор в текстовом формате. Там все хорошо описано, все содержимое банки. И как бы можете также прочитать. Нам будет очень приятно.
На запах, конечно, не очень приятно уже становится. Ну, мяса, вот смотрите, очень мало. Как сердца тут. Какая-то, ну, 1/3 банки. Если бульон еще вылили, даже, может быть, 1/4 часть банки, тут вот сердца присутствуют. Ну, видно, что это сердца. Кто видел сердце, ел, тот знает. Будем пробовать. Мясо есть, да, но на вкус не очень вкусно. Вкусно, но не очень вкусно. При этом как бы с гречкой. Кто любит гречку, мне кажется, зайти должно. И любит сердца. Как бы тут, наверное, пол сердца у нас присутствует, и все жирок. Вот, ну. Есть не буду. Ну, не знаю, люди едят хуже вещи. В походе я бы, да, может быть, я бы съел с гречкой. Может быть, зашло. Ну вот что, друзья, такой обзор получился у нас сегодня. Как бы начало было очень тяжелое для меня. Еда несъедобная. Она там вся до 50 рублей была, чуть дороже. Вот эти продукты остались, которые они подороже. Там 112-150 рублей. Вот эта утка. И это как бы оказалось самое съедобное из сегодняшнего обзора представленного. Свинина была сегодня вообще, он валяется. Я не знаю, утилизовали мы уже ее. Это вообще отвратительная вещь. Мне до сих пор вот этот вкус стоит какой-то непонятный. Ну хорошо, вот съел уточку и все прошло. Действительно вкусная такая жестковатая структура у мяса, именно утка это. Сделали вам честный обзор, если увидеть такую продукцию, ну я бы как бы не рисковал брать вам. Всем приятного обзора, извините, что кому-то испортил аппетит, если кто-то ел. Здесь в нашем канале был Димас с вами, оператор Антон и прекрасная рязанская природа. Все, пока-пока.